вспомнил что-то про детский сад и про детские воспоминания. Не то чтобы вспомнил, а как бы многие же были в детском саду. Родители уходили на работу или там какие-то там домашние дела. Ну, такое время было. Советское или как это называется. Что-то такое. Вот. Мои детские воспоминания про тот самый сад. Даже не тот момент, когда меня оттуда выгнали за драку. Заступился за брата. Чуть-чуть так это... Вот. Все фамилии, имена тоже помню. Называть не буду. Ну, так вышло. Вот. Но еще такое глубокое детское воспоминание с детского сада. Это когда был детский, как он называется этот, тихий час. Вот. Укладывались спать. Я заранее подвигал одну кровать поближе к себе, ну прям вплотную одной девочке. Вот. Мне было интересно, чем они отличаются от мальчиков. Ну как бы интересно же. Да. Вот. Подвигал поближе, рассматривал, трогал и думал, что-то у нее не хватает. Вот. И однажды с первого раза, или там, не помню точно, сиделка или вот эта вот няня, как их там называют, воспитательница, наверное, детского сада, она увидела, подняла меня, взяла большие ножницы, стала меня пугать. Типа, я сейчас тебе все отрежу, думаю, ты что, дура, что ли? Вот, поставила меня в угол, непонятно зачем. Я очень часто сбегал с детского сада. Считал, что я очень большой, взрослый. Я не знаю, сколько там километров. Ну, не так много, там может быть 2-3 километра. Я думаю, не больше. И бегал домой. Вот. Один раз, помню, подумал, что родители будут у тети Вали. Пошел туда, пришел. Тетя Валя говорит, они уже ушли домой. Думаю, о, блин, я попал. Я побежал домой, меня уже потеряли, меня в детском саду нет, дома меня нет. Не помню, где меня там искали, но домой я пришел. Вот. Такое детство веселое.